Всем привет! Меня зовут Субботин Артем, и я основатель проекта Синкомат. Мы занимаемся разработкой киосков самообслуживания и подключения для операторов сотовой связи. Например, таких синкоматов. В прошлом у меня была сеть из 25 салонов связи. И я не понаслышке знаю, какие там бывают проблемы. Идея запустить стартап, который поможет операторам связи автоматизировать обслуживание существующих абонентов и подключение новых, показалась мне очень привлекательной. Первым делом мы решили разработать аппаратную часть для нашего симкомата. Нашли производство в Китае и договорились о визите. Китай не зря был выбран производственной площадкой для симкомата. Опыт в создании инфокиосков, платежных терминалов и других подобных аппаратов у них было не занимать. Нам было важно знать, возможно ли в принципе то, что мы задумали, если уже подобные аппараты? Как велико было наше удивление, когда мы узнали, что на заводы поднебесные подобные заказы не поступали. Да, они производили аппараты для телекоммуникационных компаний, но это были инфокиоски. Мы же хотели создать полноценную замену сотруднику центра обслуживания. Наша система должна не только подключать абонентов к сотовой связи, но и оказывать им весь спектр услуг оператора, начиная от замены сим-карт и заканчивая распечаткой звонков. И мы создали такой аппарат. Мы написали платформу, позволяющую в недалеком будущем полностью автоматизировать центры обслуживания операторов связи. Мы сделали запросы таким регуляторам, как Роскомнадзор, Минкомсвязь и ФСБ, на статус для нашего изобретения. И уже сейчас Роскомнадзор признает симкомат полностью легитимным в правовом поле закона о связи. И мы верим, что в недалеком будущем симкоматы, подобно банкоматам, которые в свое время были величайшим открытием в банковской сфере, станут эталоном автоматизированного, а главное, удобного обслуживания у телекомов. Симкомат сокращает очереди и персонал.